Соблюдение законодательства при подготовке и проведении уборочной кампании остается одним из приоритетов деятельности прокуратуры по всей области. Без внимания сотрудников ведомства не остается ни одно хозяйство. Какие нарушения выявляются и как быстро они устраняются, на примере Барановичского района узнаем из следующего материала наших корреспондентов. Активный мониторинг хода жатвы ведут сегодня барановичские прокуроры. Подход неизбирательный, проверяют комплексно. При проведении государственного технического осмотра зерноуборочных комбайнов без внимания как специалистов сектора по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома, так и руководство и специалистов ООО «Экспериментальная база Вольна» оставлен факт значительного износа шин одного из зерноуборочных комбайнов. Несмотря на оперативное приобретение новых шин и их замены, комбайн находился на ремонте на протяжении более чем одной недели, что в случае начала массовой уборки зерновых культур могло негативно сказаться на темпах ее проведения. Руководитель базы «Вольна» Анна Кизин, недавно занявшая эту должность, рассказала о причине выявленных нарушений. Финансовая бывает часть, все к этому привязано. А так, в принципе, все слажено, все четко. Инженерная служба, механизаторы, все люди с опытом, все знают свою работу и все сами стремятся быстрее выехать в поле. Все в поле 10 зерноуборочных комбайнов. Ремонты осуществляются своевременно, запасные части на складах есть, то есть реагируем все оперативно, чтобы в кратчайшие сроки завершить уборку. Кроме проблем с техникой, выявлены отдельные факты отсутствия надлежащей готовности складских помещений, нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, и это не только в одном хозяйстве одного района. В настоящее время проведенными прокуратурой проверками в регионах области установлены единичные нарушения правил промышленной и технологической и пожарной безопасности, в том числе допущенные при подготовке техники к уборке урожая, оборудования мест для переработки и хранения особенного урожая, а также единичные нарушения установленных регламентов эксплуатации сельхозтехники и оборудования. К примеру, установлены факты, когда пожарам на зерносушильных комплексах способствовали нарушения их персоналом технологии сушки зерна, в том числе превышение допустимых температур обработки зерна. В открытом акционерном обществе «Крушин», где сегодня продолжает ставить областные рекорды в уборочной кампании, подход к битве за урожай иной, где нет места ошибкам и просчетам. От личной ответственности зависит вал зерна, а значит и заработок каждого. Какие нужно правила соблюдать перед тем, как выходить в поле? Технику безопасности в первую очередь, чтобы были огнетушители, все, чтобы был комбайн укомплектован, потому что без этого никуда. В прокуратуре подчеркивают, цель таких рейдов не в наказании виновных, а в обеспечении сохранности материальных ресурсов предприятий и соблюдении технологических регламентов уборки с тем, чтобы каждое зерно нашло свое место в общем каравае. Татьяна Будгусаим, Юрий Печур, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».